лицо твое сияет, не прекраснее его. О, ты святой, 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 свят Господь, святой, свят. Приветствуем вас. Так. Здравствуйте, драгоценная церковь. Еще раз приветствую всех, с кем лично не поздоровался. Скажи соседу, что будь внимателен. Прям поверни сейчас, скажи ему. Будь внимателен, потому что то, что сейчас я буду говорить, это очень важно. Возможно, ты это услышал уже много раз, и мы в песнях это часто поем, и провозглашаем, и на Пасху говорим, и много-много слов употребляем таких, вроде бы понятных, но кто-то, оказывается, не понимает до конца. Я попытаюсь сегодня нарисовать панораму такую. Кстати, когда мы сегодня говорили о храме, да, Илья говорил о храме, о строительстве, вот мы, как церковь, еще мечтаем о реабилитационном доме тоже. И одно дело мечтать, а другое дело делать какие-то шаги. И вот я постоянно околачиваю пороги администрации, комитет по земле, там хожу, стучусь, разговариваю с ними.
И вот вы уже, наверное, знаете, да, что мы пытались оформить кусочек земли, процесс встал. Но вот знаете, мы все равно молимся, мы постимся с реабилитационным служением, и процесс двинулся, в общем. Сейчас сказали мне в ноябре прийти написать заявление на оформление долгосрочной аренды, то есть 20-летней, да. Конечно же, сначала это не будет церковь, да, сначала нужно будет построить дом, ввести его в эксплуатацию, потом выкупить землю, и тогда можно будет дальше там как бы расстраиваться. Ну, конечно, если за это время мы уже купим здание свое, да, и аминь, как бы, тогда будет просто дом. Обязательно с классом. Я мечтаю, что будет класс. Вот. Ну, вот такие шаги. Кстати, когда я выхожу сюда, за кафедру, хотя об этом говорить нельзя, но все равно какое-то волнение и ответственность, она чувствуется здесь. Без этого никуда. И та же самая моя проповедь, да, или мое послание, которое я буду говорить вам, допустим, если я кому-то говорю и рассказываю 50 минут, а когда выхожу сюда, оно получается в два раза короче. Я в центре проповедую братьям 40 минут, сюда выхожу 20, ничего не могу понять. Пусть придет свобода во имя Иисуса Христа, раскованность какая-то, чтобы было естественно. Потому что сегодня, о чем я буду говорить, это не просто какое-то, знаете, знание или там библейский текст какой-то сейчас. Я не буду умничать. Знаете, да, конечно, я изучал, я вникал, я сопоставлял тексты, я думал, я читал дополнительную литературу, я изучал историю Израиля. И когда все это делал, знаете, я это делаю в утренние часы, и Бог со мной разговаривает, и я отдельные фразы записываю в блокнот, я его с собой сегодня взял вот так вот. И у меня пункты, 1, 2, 3, это мысли, которые Бог вкладывает в меня во время изучения, моления и всего остального. И сквозь 2 недели у меня получилась такая одна хорошая мысль, которую я рассказываю всем. У меня есть слушатели, которым я звоню. Я говорю, у меня есть слово, будешь слушать, буду. Я ему рассказываю. Я езжу в центр там в среду, в Полысаево, во вторник, в Ленинск. Я им рассказываю, делюсь. И вообще я пытаюсь рассказать всем, кого встречаю, чтобы рассказать это людям. Потому что, когда я учусь где-то или изучаю, у меня есть огромное желание передать это всем, чтобы то, что понимаю я, или то, что узнаю я, чтобы это знали все. Потому что это такая глубина, это так круто. Я хочу, чтобы все это понимали. И поэтому сегодня я говорю вам. Аминь. Послание называется «Что же сделал Христос?». Такое рабочее название. Я думал, как назвать сегодняшнюю мысль. Что сделал Христос? Все очень просто. Что сделал Христос? И первый вопрос, который я хочу задать, вообще просто риторический вопрос. Каков сегодня, какова продолжительность жизни на земле человека сегодня? Какова, да. Мы размышляли с братьями тоже много, сколько к себе кто отметил, да, сколько сегодня люди проживают и могут прожить при большей крепости, ну 90. Сегодня люди отмеряют себе 90 кто-то, да, кто-то говорит 60, как бы понимая свои проблемы, 60. Вы знаете, раньше так не было. Представьте, Адам прожил 930 лет. Представьте, 930 лет, мы представили с братьями, 930 лет. Это во сколько я выхожу на пенсию, интересно? Да? Приходишь ты такой в пенсионный фонд, говоришь, мне надо на пенсию. Ты знаешь, повысили, возраст повысили еще на 50 лет. Как бы, иди обратно в шахту, еще 50 лет работай. Или знаешь, там, да, паспорт, а сколько получать нужно было бы? Сколько было бы населения сегодня на земле? Непонятно. И вот Адам прожил 930 лет, да, и его жена. И непонятно, как бы было. Но возраст этот со временем сокращался. И когда уже пришло время Моисея, то уже Моисей жил 120 лет. 120. А сегодня и того меньше. Сегодня себе вот 70, да, говорят, там 60, 90. Еще в два раза меньше. Не знаю, Божий ли это план, или это процесс такой запущенный тогда в Эдемском саду, но срок уменьшается. Что же сделал Христос? Но изначально так не было. Изначально так не было. Первые люди, Адам и Ева, мне кажется, они вообще до конца даже не понимали, что такое смерть. Знаете, вот как дети. Вот врачи говорят, что дети до определенного возраста, они не осознают смерти. Знаете это, слыхали? Что дети до определенного возраста, я не помню, возраст там, ну, допустим, до 4 лет, они как бы, извините, не отдупляют, что такое смерть. И когда Христос говорит, будьте как дети, это значит, ты не понимаешь, что такое смерть, потому что ты перешел от смерти в жизнь. И дети до определенного возраста, они этого тоже не понимают. Папа умер. Как бы для него непонятно. Папа уснул, наверное, или куда-то ушел.
И только сквозь время потом осознание приходит, понимание смерти, оно, слушай, правда, так я же смертный. Так вот, Адам и Ева, мне кажется, тоже до конца не понимали, что есть смерть. Да, Бог сказал, съедите, смертью да умрете. Ну, понятно, да, смертью да умрете. Ну, а как это на самом деле? Они же это внутрь-то это не пустили себя пока. Это непонятно. Да, есть заповедь такая, не ешьте этот плод, не нарушайте, и будете жить. И первые люди, они, наверное, все-таки до конца не понимали, что есть смерть. И когда они приступили закон, когда они совершили грех, тогда в жизнь земли и в жизнь всего человечества пришла смерть. Написано, что смерть, она что делает? Она царствует над ценами человеческими. Она господствует здесь, это смерть. И от нее никуда не деться. И это неизбежно. Все мы с самого рождения приближаемся к той дате, которая будет начертана на нашем могильном. Да? Это неизбежно, это произойдет. Наше тело все равно рано или поздно оно прекратит свой функционал, и оно, ну, как бы, оно умрет. И вот первые люди, они этого не понимали. Когда совершили такой поступок, в их жизнь пришло что? Пришла смерть, пришло тление, пришел процесс старения. И как бы Адам такой заходит в спальню к Еве через 500 лет. О, а ты что-то постарела как-то. Да и ты уже не молодой, посидел. И годы идут, знаешь, 100 лет, там, 800 лет. И люди стареют, они... Ну как слово употребить? Конечно, в центре я проще проповедовал. Люди там, как сказать, дреблеют, да, там, высыхают, ветшают, да, вот они так как-то, знаешь. И раньше этого не было, а сегодня это есть. И Богу пришлось, чтобы ну, людей не убивать, тогда уже, именно тогда зародилась система жертвоприношения. Потому что Бог тогда в жертву принес первое животное, во-первых, чтобы одеть их, да, ну и чтобы как-то кровь какая-то покрыла грехи людей, потому что чтобы их не убивать до конца. И вот такой процесс смерти был запущен тогда в Эдеме. И сегодня смерть, я повторяюсь, она царствует здесь, над всеми нами, это неизбежно. Есть два определения смерти, которые я хочу сказать. Во-первых, смерть земная, да, вот плотская смерть. Что говорит Википедия, да, или Google, что говорит? Смерть – это прекращение всяких биологических процессов и обмена веществ в организме, в живом организме. Это смерть, физическая смерть. А что же говорит Библия о смерти? Кто-то знает? Второй урок, возьми мою руку. Есть три вида смерти библейских. Три вида смерти есть. Есть, когда ты умер для Бога, да, то есть, когда у тебя нет отношений с Богом, когда ты никак с Ним не общаешься, и ты еще духовно не воскресший, ну, как бы, не знаю, как это правильно выразить, отрекся ты, может быть, или вообще не знаешь Бога. Ты духовно мертв для Бога. Это раз. Есть смерть физическая, когда ты умираешь как тело, ты умираешь, все, ты перестаешь жить на земле, дышать, ходить. Это вторая смерть. И третья смерть есть, это смерть в озере огненном, когда ты уже сделал свой выбор, что ты не идешь в рай, осознанно там или неосознанно, короче, но ты оказался в аду. И это смерть третья. Третья смерть. Так вот, эти виды смерти, они, в общем, царствуют со времен грехопадения над человеком. И человек ничего с этим делать не может, поделать, ничего не может. И люди, влиятельные люди этого мира, разные корпорации, богатые, они вкладывают огромные деньги в разработки исследования, чтобы победить смерть, чтобы обойти эту систему, чтобы самим управлять жизнью. Но это невозможно сделать чисто человеческими усилиями, это очень сложно. Сегодня генная инженерия, да, генетика, наука так далеко шагнула, что сегодня клонируют разные органы, делают пересадки сердца, разума и всего остального, да, чтобы как-то немножко оттянуть процесс неизбежный. Люди огромные финансы вкладывают в эту сферу, да. Я уже молчу, ладно, они хотят жизнь продлить. Некоторые продляют молодость, хотя бы внешне, да, как-то там делают так, там что-то. Ну, всячески, люди не хотят стареть, а этот процесс, он неизбежен. Он запустился тогда, в Эдеме. И как бы ты скажешь, что ты не виноват, но в лице Адама согрешили все. И нам от этого, и тебе, и мне этого не избежать. Что же нам делать? Что же нам делать? Это было предисловие. Что же нам делать? А что же сделал Христос? Что же сделал Христос? Христос в виде человека пришел на землю
И Матфея, 18 глава. Так, стих какой, я правда не помню. Я наизусть его как бы знаю. Матфея, 18 глава, где сказано, когда Иисус с Петром разговаривает и говорит: ты меня за кого считаешь? Он говорит: ты Иисус, Сын Бога Живого. Он говорит: блажен ты, Петр, сын Ионин. Тебе не плоть и кровь это открыло, но Отец мой Небесный. Я, говорит, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Какой стих я вот не могу найти? Ну ладно. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. И когда Петр, еврей, слышит это слово ад, оно ад, шеол, это вот, знаете, это то место за городом, где сжигали трупы, мусор, где, может быть, собирались бездомные люди, какие-то прокаженные, отверженные, вот они там вот, и там постоянно горел огонь, все сжигали, и мертвых носили туда именно. И когда Петр это слышал, возможно, он себя как-то ассоциировал с ад, это было что-то такое место, где гниение и огонь. И Петр, и Иисус говорит ему: я создам церковь мою, не тот храм, который ты привык видеть, не те жертвы, как бы не те священники, я создам что-то иное, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. То есть я соберу людей, как живых камней, и из них делаю то, что не увидит смерти, то, что перейдет из этой жизни в жизнь вечную. Я хочу создать что-то другое. Пойми меня сейчас, что Иисус создает церковь не просто здесь, на земле, но Он ведет нас туда, в небо. Вы понимаете меня? Я создам что-то, что перейдет из этой земной жизни в жизнь вечную. Вот это услышал Петр. И Иисус начинает процесс, ну как бы, создавания. Что нужно для этого сделать? Для этого нужно искупить все человечество. И весь Ветхий Завет – это была подготовка. Это были жертвы, это были образы, это были понимания. И показывалось характер Бога, да, и Его святость через закон. Это была лишь только подготовка к тому, чтобы пришел Христос. И когда все факторы совпались в одном месте, пришел Бог. Что же сделал Христос? Я просто повторяю название проповеди, потому что именно об этом сегодня я говорю. Что же сделал Христос? Что сделал Христос? Он пришел на землю, прожил земную жизнь, как человек, чтобы понимать тебя и меня, чтобы знать, с чем мы сталкиваемся здесь. Потом умер, пошел туда, вниз. Давайте адрес. 1 Петра 3, 18, 20. Он претерпел крест, пошел вниз туда, в преисподнюю. Кстати, в преисподнюю, вы знаете, что было два отделения. Может быть, для кого-то новость сейчас будет, или кто-то будет спорить со мной. Да простят меня теологи, да, и умные, кто знает, разбирается. Но вот нас учат в институте, что еще не было рая, еще не было этого, ничего еще не существовало. Когда Иисус еще не был прославлен, этого не было еще. Иоанна 14:3 сначала, давай, чтобы было понятно, почему еще не было рая. Еще некуда было пойти. И все ветхозаветные праведники, которые умирали в вере, они ожидали именно там, пока еще не было рая. Они ожидали там. Сейчас я подкреплю все текстами. Все будет понятно. Иоанна, просто Иоанна, 14, 3 стих. 14, 3 стих. И когда пойду, Иисус говорит, когда пойду туда, приготовлю вам место. И приду опять, и возьму вас к себе. Понимаете? То есть, когда Иисус пришел на землю и проживал этот земной путь, еще совершенная жертва не была принесена, еще не было произведено искупление, и место еще не было готово. И поэтому ветхозаветные праведники, которые умерли в вере, в ожидании, они ожидали именно там, когда произойдет этот великий момент, чудесный, благой, когда вот эта благая весть достигнет и до них тоже. Где это описано, есть история, притча, и мы не будем ее читать, просто я вкратце расскажу о ней. Это Лука, 16 глава, притча о богаче и Лазаре. Они оба находятся в одном месте и даже могут видеть себя. И мы уже с вами поняли, что еще рая не было, но где-то им нужно было ожидать этот момент. И это было лоно Авраамова, где праведники, ветхозаветные праведники, которые до Христа, и они именно на этом лоне Авраамовом ожидали, когда Христос их искупит, придет и заберет. Потому что рая еще не было. И вот теперь
1 Петра 3, 18-20. Так вот, повторяю, Христос приходит на землю сюда, проживает земную жизнь, чтобы искупить тебя и меня. Идет на крест, забирает грехи всего мира на себя, так как Он совершенный Господь. Его хоронят в могиле. Он опускается в ад, и там Он проповедует вот этим людям, этим душам, которые умерли до Него, которые оказались в этом месте. 1 Петра 3, 18-20. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». То есть Он сошел вниз и проповедовал им там. И рассказал, что все, свершилось. И следующий адрес, Матфея, 27 глава, 51 стих. Это все необходимо нам, чтобы у нас картина целостная сложилась, чтобы мы поняли, что произошло вообще. Матфея, 27 глава, 51 стих. И вот завеса в храме раздралась, то есть когда он уже умер, когда он ушел туда вниз, потом он воскресает, завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни разверлись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Понимаете, что произошло? Вы здесь? Что сделал Христос? Он сошел на землю, он умер, ушел вниз, проповедовал там, и потом все, кто праведники, были там, они вместе с ним воскресли и ушли на небо. И теперь Христос говорит: «Я победил смерть». Что Он сделал? «Я победил смерть». Теперь всего, с этого момента, с самого, когда Христос проповедовал вниз, внизу, воскрес и ушел на небо, с этого самого момента Он говорит: «Я победил смерть, мужайтесь». Он своим ученикам говорит: «Мужайтесь, я победил смерть». Потому что реально на это должно быть мужество. Всякий верующий в меня, он говорит, не судится, но перешел из смерти куда? В жизнь. Скажите на это аминь. Это и есть благая весть на самом деле. Это и есть то Евангелие, которое мы сегодня проповедуем людям. Потому что смерть, она, хочешь не хочешь, диктует свои условия в этом мире. Она просто нависает над людьми, которые неизбежно стремятся все к одному итогу. И только люди, верующие в совершенную жертву Христа, они имеют эту привилегию. Они имеют эту привилегию пойти на небо. Вы здесь? Так, ну а что? Ну а что? Ну а что на практике? Давайте, что на практике? По факту что? Так, вот тебе рассказали о благой вести. Ты услыхал. Как пишет Павел Федоренко в чате, вот такое вот аминище. Или не такое аминище? Где аминь-то, да? Как бы мы идем в небеса, аминь. Ну так-то как бы аминь. А на практике не всегда аминь. Иногда вот такой маленький аминчик, а когда один сам над собой остаешься дома, ну, ты вообще как бы даже сомневаться можешь. Ну сейчас, конечно, здесь я понимаю, что никто не сомневается, но когда я разговаривал в других аудиториях, знаешь, там почти все сомневались. Из 20 человек не сомневался только я, потому что я не могу сомневаться перед ними. И всего лишь. Это единственный, кто не сомневался. А все остальные, как бы, у них есть вопросы, они возникают, и это неизбежно. Наш разум, он пытается логически все обосновать, объяснить и понять. А вера не действует так. Вера действует иначе. Я думал, и как же разобраться в этом вопросе, как помочь-то людям, которые сомневаются. Ты знаешь, Бог оставил нам с тобой Священное Писание, книгу Библия. И для нас с тобой это Библия, а для кого-то это целая история. Для народа израильского это не просто Библия, это учебник. Как для тебя и меня был Ленин, знаешь, он существует, и ты не сомневаешься в его существовании. Но также для них был Моисей. Для них это просто история, понимаешь, а для тебя это Библия, живое слово. Для них это история. И поэтому они не сомневаются в этом. Я думаю, что нам тоже не стоит сомневаться. Я думаю, ну какое же, что же нам показать? Вы знаете, и первая история, я буду панорамно рассказывать о сомнениях. Это народ израильский, который, вот представьте, который вышел из Египта
Вот они шли по пустыне. Бог им являл столб огненный, кормил их манной. Море разверзалось перед ними, да. Врагов они побеждали, в скалу ударили, пошла вода. Одежда не снашивалась, они шли, шли, шли. Вот они приходят к земле обетованной, и уже вот она, земля, нужно входить туда. Входим, да, аминь, все кричат, аминь, вот такое аминище. Давай пошлем туда 12 человек, давай, посылаем 12 человек, 12 соглядатаев. Они идут, смотрят, все, возвращаются, и 10 из них говорят, нет, не аминь. Такой маленький аминчик, потому что, почему? Потому что там большие города, там сыны инаковые, там вообще страшно. Лучше назад в Египет. А только двое говорят, слушай, пошли, да мы сможем, да мы победим, да у нас все получится. И когда я эту историю перечитываю, я думаю, ну как они могут сомневаться? Ну почему они до сих пор сомневаются? И мне вообще хочется переснять эту историю заново, потому что Бог столько лет сопровождал их, столько много сделал для них. И когда они уже вот на пороге земли обетованной, вот шагни, нет, они сомневаются. И вы знаете, они не вошли туда, они просто погибли. Потому что разум им говорил другое. Он говорит, ты что, какие небеса, какое воскресенье? Ты о чем вообще слушаешь? Такого не бывает. И когда кому-то проповедуешь на улице об этом, говоришь, он говорит, да ты что, кто-то вообще это видел хоть раз? Покажи мне хоть одного. И реально эти сомнения, они, ну как бы, вот они здесь, они восстают на нас. Но сомневающийся, он не вошел в землю обетованную. И мы когда читаем эту историю, это для нас же образ с вами, дорогие братья и сестры. И когда... Мы же, когда ты когда читаешь эту историю, ты же понимаешь, почему они сомневаются. Но ты не сомневайся, ты думаешь про себя, думаешь, ну как они могут? Еще одна история очень интересная, числа 21 глава. Это я все о сомнениях сейчас говорю. Числа 21 глава. Это история, знаете, когда змеи напали на людей. Читали эту историю? Кто-то читал? Если не читал, прочитай обязательно. 7, 8, 9 стих. Бог наказывает людей, посылает на них змей. И вот они идут, и пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе знамя и вставь его на сделай себе змея и вставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. Представьте, идет народ, трехмиллионный народ шагает по пустыне. Вдруг появляется множество змей, которые начинают кусать тебя снизу за ноги. И они прибегают, говорят, Моисей, помолись, чтобы это прошло. Моисей, конечно, помолился, но Бог захотел другого. Он говорит, подними знамя, на знамя будет змей. И всякий, кто посмотрит на него... Он не умрет. Представьте ситуацию. Мы идем с вами, пастор нас куда-то ведет. Мы идем по улице, да? По улице Ленина. Тут вдруг куча змей, они кусают тебя снизу. И пастор говорит, не смотри вниз, смотри наверх. Это очень трудно, потому что тебя кусают снизу. И тебе нужно смотреть все равно на крест. А тебя снизу кусают. Ты думаешь, ну как быть? Сомневаться нужно. И вот эти проблемы, неверие, суета, они тебя кусают снизу. Но Бог говорит, смотри на крест, смотри, что я сделал. Я победил смерть уже. И вот те люди, которые не смотрели на крест, а смотрели на змей вниз, они умирали. Они не доходили. И когда я перечитываю эту историю, я думаю, ну почему ты сомневаешься? Почему ты не смотришь? Тебе же сказал Моисей, твой вождь, который поднял руку, и вода разошлась. Почему ты его не слушаешь? И мне охота переснять это кино еще раз, чтобы было все нормально, чтобы они дошли. Но они не идут туда. И сегодня, когда мы кому-то проповедуем, говорим об этом, знаешь, он говорит, да воскресения нету вообще. Я вообще считаю, что один день недели назван воскресеньем для того, чтобы человек мог понять. Это как хлебные крошки оставленные, знаешь, чтобы человек мог разобраться, в чем дело. Мы всем миром почти празднуем, Христос воскрес, воистину воскрес. На самом деле так и никто и не понимает, что же произошло тогда. Что же сделал Христос? Он победил смерть и создал церковь, тебя и меня, из живых камней, чтобы мы, чтобы врата ада нас не одолели, чтобы мы не увидели с тобой смерти, чтобы мы с тобой перешли из смерти в жизнь. Скажи аминь. Аминь. Я понимаю, что сомнения не будут, но их нужно преодолевать. Их нужно побеждать верою. Я как-то в день моего дня рождения, утром, у меня есть такая практика, я, в общем, если время есть свободно, я молюсь, хожу. Я просто хожу по районам прям, ну, погода позволяет. Я прям пешком хожу и молюсь. Это,
ну, как бы обычное дело. И как-то вот как раз в день рождения я иду, уже подхожу к дому, и у меня так, знаете, благодарность такая, что вообще я жив, что Бог даровал мне жизнь. Я так молюсь, благодарю Его, знаешь, и меня осеняет мысль, откровение, Бог сказал, или просто я что-то понял. Я понимаю, что Бог даровал мне жизнь. Понимаешь, вот не кому-то там, да, не кто-то родился, а родился я. Мог кто-то другой родиться. Родился у меня Захар, а не кто-то там, кто-то же мог другой родиться. Но именно он прорвался. Бог позволил ему родиться на эту землю. Неужели это просто так, этот бесценный дар? Неужели он дан тебе просто, чтобы мы прожили что-то просто так? Когда человек создает какой-то предмет, он его создает для определенной цели, для определенного чего-то, да, а не так, чтобы он прожил свою жизнь самостоятельно. Но самое важное, я так понимаю, что это не просто моя жизнь, которая мне дарована, а то, что сегодня я могу перейти из смерти в жизнь. Это же важнее, наверное. Аминь. Расскажу одну историю. Она такая, как бы абстрактная история, но можно примерить ее на себя, попытаться. В общем, один человек осужден на смертную казнь. И уже приговор приведен. Он просто ожидает часа казни, сидит в камере. Вдруг забегает его друг, говорит: слушай, пошли, появился адвокат, который знает, как тебя оправдать. Они бегут в зал суда, забегают, там сидит Иисус Христос и судья Господь. Христос встает и говорит: слушай, вот этот человек, он признает свои ошибки. Он понимает, что он поступал неправильно и не хочет умирать. Он хочет жить. Судья говорит: слава Богу, как бы... Самому себе, да, говорит, слава мне. Он говорит: я вообще не хотел его убивать и наказывать. Потому что правила таковы, что мне нужно наказать грех. Я люблю человека, но грех мне нужно наказать. Христос говорит: я уже заплатил за него цену. Я пролил свою кровь. И сегодня я хочу, чтобы он был свободен. Я ходатайствую за него. Бог говорит: хорошо. Будет по слову твоему. И он отпускает этого человека. И человек уже собирается идти, он начинает делать шаги, но он понимает, что в голове он остался тот же самый, что его природа, она никуда не делась. И куда бы он ни пошел, она будет его преследовать, и эти мысли, они будут все равно с ним, эти поступки, эти привычки. Он возвращается и говорит: а что же мне делать тогда? Как мне быть? Потому что если я снова оступлюсь, и меня снова приговорят к смерти, что мне делать? Он говорит: слушай, у судьи уже есть документы на твое усыновление. Судья подготовил документы на твое усыновление. Если ты захочешь, чтобы он тебя усыновил, стать его сыном или дочерью, то он даст тебе своего Духа Святого, который будет тебе помогать, поддерживать, направлять, даст тебе силу побеждать и воевать. Ты понимаешь? И тут есть огромная ответственность, что нужно захотеть этого, понимаешь? Это не просто как бы: да, аминь, благая весть, я услыхал, я понял, что сделал Бог, что он умер, воскрес за меня, что он победил смерть. Я должен захотеть еще, у меня должно быть желание, что я больше не хочу назад, вот туда, в эту камеру, где смертники сидят. Я хочу, чтобы была победа. Вы знаете, когда мои друзья, да, в прошлом, они совершали преступления, их ловили. И, конечно же, он каялся, он говорил: не буду больше так делать. Ему давали условно-досрочное освобождение, и как бы: ходи, ладно, живи на свободе. Но если он не захотел меняться, то рано или поздно он оказывался все равно в тюрьме. Все равно, это неизбежно. Срок за сроком. Поэтому должно быть огромное желание. Лично у нас, у каждого. Да, Христос умер. Да, он нас ждет на небесах. Но должно быть, знаешь, что-то большее. Должна быть какая-то практика. Должен быть труд. Должно быть какое-то направление. Без этого никуда. Должно быть желание у тебя и меня. Матфея 11:12. Царство небесное усилием берется, и употребляющий усилие восхищает его. Это не просто ты услыхал о благой вести и как бы все, аллилуйя, я вот такой спасенный, тут лежу дома. Нет, у тебя должны быть усилия, должна быть практика, должны быть действия, должны быть какое-то понимание. Сегодня Альбина Аркадьевна говорила, что нужно жить по духу, да, нужно сеять в дух. Я тоже хочу об этом говорить сегодня, это текст моей проповеди, кстати, что сеющий в плоть, Галатам 6:8, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, пожнет жизнь вечную. Тление. Дела плоти мы знаем, они какие там. Они описаны в Галатах. Что это? Куда это ведет? Мы понимаем. Вот это мирская, простая, обыкновенная жизнь.
Она ведет к тлению. Процесс тления был запущен тогда давно. И даже если ты не будешь этого делать, те, которые описаны дела плоти, будешь просто жить самостоятельной жизнью, но не будешь делать дела духа, все равно ты придешь к тлению. Ты все равно придешь к концу, к итогу, который приведет тебя туда, в Шеол. Но Христос тебя позвал в свою семью. Он сказал: я создам церковь. Будь церковью. И тогда ты обойдешь, обманешь смерть. Христос победил ее. Ты и я. Что же нам нужно жить по духу? Как можно жить по духу? Да элементарно. Ты член церкви. Ты член церкви. Молодец. Если не член, то становись. Пройди наставничество. Начни жить по духу. Пусть пастор тебе даст задание. Пусть у тебя появится служение. Почему ты не ходишь на домашнюю группу? Живи по духу, ходи на домашку. Это тоже нормально. Там библейское общение. Ты будешь сеять в дух свой. Ты пойми. Мы все двигаемся в одну сторону. Почему мы идем раздельно? Я не знаю. Начни молиться. Начни читать Библию. Наконец-то. Сей в дух. Понимаешь? Ходи в посты. Жертвуй на храм. Плати десятину четко. Пусть сеяние будет реально в дух. И возможно, ты думаешь... Ты и я, мы думаем с тобой, что ну да, как бы, вроде бы надо, но разум говорит обратное. Прочитай истории из Ветхого Завета, они все говорят об одном и том же, что народ сомневался, и из-за этого он никуда не вошел. Это будет очень грустно, что мы с тобой жили на этой земле, у нас с тобой было Священное Писание, и мы никак его не применили. И когда наступит время, этот богач говорит: пусть он хотя бы мне попить даст. Он говорит: извини, нет, все, не даст он тебе попить, потому что оттуда сюда нельзя переходить. И поэтому этот короткий промежуток жизни, который мы проживаем здесь на земле, сколько, 70, 60, 90, нужно сделать правильный выбор. Христос победил смерть. Он говорит: верующий в меня имеет жизнь вечную. Эти слова, они не просто так. И нам нужно как бы уразуметь смысл этот. Мы сейчас еще в конце будем молиться, я буду молиться за это, чтобы Бог нам как бы все это утвердил, открыл и убрал сомнения. К тому, что сеять в дух, вера без дел мертва, вы все это знаете, да? Вера без дел мертва. И бесполезно было просто верить в этого змея, который там наверху. Должно быть дело. Дело какое? Смотреть на него. Не смотреть туда вниз, на эти проблемы, которые тебя кусают. А смотреть туда, в небеса, все равно. И как бы это ни было тебе сложно сегодня, приучи себя, заставь себя. Пусть будет дисциплина в твоей жизни, что тебе нужно смотреть туда. Потому что если этого нет, то получается все зря. Понимаешь, к этому нужно стремиться, но хотя бы стремиться к этому нужно, хотя бы в эту сторону лечь, если идти не можешь, тогда все получится. Знаешь, апостолы, они вообще 3,5 года сходили с Богом, представь, 3,5 года с Богом просто ходили рука об руку, ели с Ним, пили, вообще, мне кажется, надо было сразу на небо идти вместе с Ним. Святые люди вообще, общающие с мудрыми будет мудр, но что-то не всегда у них вот так мудро получалось-то. Сам Бог был с ними, а они все равно... Делили место, кто будет главный. Кто-то там за деньги его продал, кто-то предал его, да, кто-то там все. И когда он умер, они вообще просто каждый расслался по своим делам. Петр пошел рыбу ловить туда-назад. Они тоже сомневались, они думали, они там как бы, что, правда, неправда. И все ученики рассеялись, гонение, смерть. Да нафиг надо вообще, какая церковь, ты что, какие небеса, гонение, пойду-ка я отсюда. Но не так. И когда Христос вернулся к ним, воскресший, он говорит: Петр, ты меня любишь? Ему уже неудобно, понимаешь, потому что он реально воскрес. Для них это было, знаешь, что-то особенное. У них, наверное, разум перевернулся, потому что на их глазах его убили. Тут он приходит живой к ним. Им мало приходит, он еще их и кормит. Это не просто дух, явление какое-то. Он их кормит, он жарит им рыбу, он им готовит. У этих людей что-то изменилось, они посидели, наверное. Но после этого они уже не возвращались назад в старой жизни. После этого они поперли, извините, в Талово, вперед, все, на крест, на смерть и все. И поэтому Евангелие распространилось так. Потому что кто-то, знаешь, вот вообще блаженные, которые не видели, но уверовали, эти люди счастливее, им нужны доказательства. Конечно, да, Христос доказал, явился, показал им все это. Вот так вот. И поэтому сегодня, когда мы мечтаем о храме, о церкви, о влиянии на этот город, нам нужно верить. Научиться верить именно в тот труд Христа, который уже искупил тебя и меня. А если ты сам в это не веришь, то ты не сможешь это никому дать, ты никому не расскажешь и не покажешь, если где внутри этого нету. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы это спасение, это труд Христа, это понимание вечности, оно было внутри нас. Царство Небесное есть внутрь нас.
Оно внутри нас. Если оно будет внутри тебя, то оно будет и снаружи. Оно будет распространяться нехотя. Ты носитель ДНК Христа, ты просто будешь его сеять везде. Скажи аминь. Аминь. Что еще я хочу сказать? Да ничего, я хочу помолиться. Я хочу, чтобы мы закрыли глаза. Я буду молиться, знаешь, как вот от первого лица я буду молиться. Если ты хочешь, ты тоже можешь как бы повторять или говорить что-то подобное. Но я буду молиться как от первого лица, как вот я и Бог. Можно даже немного музыку сделать, если можно, чуть-чуть. Смотри сейчас ни на кого, ни на соседа, ни на меня. Смотри в себя, смотри, ищи Бога, Господа. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты прости меня за то, что я сомневаюсь, за то, что я оглядываюсь назад, может быть, ропчу, смотрю на этих змей, которые меня кусают, Господи. И я понимаю, что Ты есть, потому что Ты столько чудес сделал в моей жизни и вообще на земле. Господи, пусть Твоя милость, Твое прощение, оно не прекратятся в моей жизни, потому что я всего лишь человек. Господи, но дай мне своего Духа Святого, сделай меня своим сыном, своей дочерью, чтобы Твоя сила была во мне, чтобы Твой Дух Божий, Он был во мне и был как путеводитель, как навигатор, который меня вел бы в жизнь вечную. Бог мой, прости меня. Я понимаю, что я согрешал много и иногда даже делаю сегодня, но пусть Твоя милость явится. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом и Спасителем. Я понимаю, что Ты сделал на кресте. Это великая победа, которой сегодня я сопричастник, я сонаследник Твой, Господи, Твоей победы и Твоих небес. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту жертву, за этот искупительный труд, за Твою работу, за Твою великую милость, за Твой извечный Божий план, который для меня сегодня есть спасение. Я сегодня часть церкви, которая не увидит тления, не увидит смерти, но перешла из смерти в жизнь. Боже, молю, чтобы Ты утвердил каждого, умножил веру и дал сил, Господь, преодолеть все, смотреть в любых ситуациях, смотреть на Твой крест и не оглядываться назад. Боже, благословляем Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Да поможет нам Господь всем. Аминь.